Доброе утро! Добрый день! Короче, девочки, мальчики, все хорошо, все замечательно. Блин, надо идти это, прическу делать. Как вы думаете, прическу нашу? Надо. Ну, у меня мастер только выйдет в это, в марте, на следующей неделе. Вот я думаю, цены не повысятся ли? У нас же все возможно на прическу. Ну да ладно, подстригемся под Котовского. Под Котовского. А что делать? Кофе пьем, сидим и жрем. Не, девочки-мальчики, я никому не завидую. Зачем мне завидовать кому-то? Да ну, девочки-мальчики, жизнь прекрасна. Посмеялся. И слава Богу, да. Самое главное, чтобы было здоровье. Здоровье моих родных. Да, это самое главное, девочки, мальчики. А остальное, Господи. Остальное все поправится, все будет нормально. И самое главное здоровье. А больше мне и здоровье близких. Понимаете? Да, моя слядька я. Короче говоря, утро сегодня морозное. Кстати, всех с праздником. Сегодня же с праздник, ребят. 23 февраля. Да, да, девочки, мальчики. Может быть, у кого-то день рождения. Да, может, у кого-то день рождения. Ну, а шо тут такого? Ну, бывает же. И 29 февраля, день рождения. Я представляю, кто-то родится 29 февраля в этом году, да? И это будет отмечать раз в 4 года. Представляете? Раз в 4 года, день рождения. А так все 1 марта, да. И возраст целый, и меньше. Да, солнышко мое? Живу я с кошкой, как Бармари. Ну, не буду же я показывать, ребят, своих детей, внуков. Всех таких, да, ну, вы поняли, родственников. Кому это надо? Кому? Кому это надо? Никому. Кстати, такой кофе вкусный. И черная кружка.